Доброе утро, улица Менделеева, дом 13. Постоянно происходит у нас перебой с выключением котельной, и у нас ночью нет отопления. Просим решить нашу проблему. Вот, дорогие талгарцы, вот пятиэтажка-то при заводе Z-то, ну, рядом с заводом. Вот смотрите, весь дом повязали уже на центральное отопление, а его до сих пор нету. На носу зима. Вот их не работа. Вот ничего не делается. Уже третий день, никакое здесь движения нету. Вот, говорит, материала нету. Вот смотрите. Вот, а люди все сидят на электрических обогревателях. Вот вы представьте себе, кто будет вот за нас платить электричество. Сейчас мы сидим, в каждой комнате включили, вот рыли, 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 и не знаю, куда они рыли. Короче, не дорыли. Вот. Вот так вот. Это что за организация, что за подрядчики делает? Это надо будет узнавать. Собрали деньги с каждой квартиры по 75 тысяч. Еще летом. Вот. Вот докуда дорыли. Там им какой-то сарайчик, какое-то строение мешает. Вот и они остановились. Вот. Пожалуйста, вот пятиэтажка. А вот завод Зетта. Это находится на Сатпаева. Вот у нас как работает. У нас у зима, а отопления нету. А деньги собрать они собрали. Вот так вот и прошли. И вот здесь остановились они. Все, конец работы. Все дома сидят у себя в тепле. А мы тут пятиэтажки, обогреватели включаем, сидим. Доброе утро, друзья. Доброе утро, команда. А у нас снег и асфальт. Вот так вот. В районе спиртзавода ведутся работы. Вот где обычные лотки прокладывали, где съезды. Вот там делают такие вот, я не знаю, заплатки, да, получается, вот выборочно. Не везде. Местами вот так вот поверх снега делают засыпку и сверху кладут асфальт. Ну, не знаю, как-то еще похоже, да, на технологию. Но в этом месте особо не заморачивались. Сейчас вам покажу. Просто бросили на снег. Видно, да? Ну, не знаю, уже нечему удивляться, если честно. Так делается подготовка основания к асфальтированию. Замерзший грунт в перемешку со снегом. No comment.